Участие в заседании принял глава региона Вениамин Кондратьев. Он с рабочим визитом сегодня находится в Москве. В этом году за школьные парты сядет около 15,5 миллионов человек, отметил на селекторе премьер-министр. Из них почти 2 миллиона первоклашки. И нужно создать все условия, чтобы учиться было не только интересно, но и комфортно. Состояние школ – это, безусловно, личная ответственность глав регионов. Вы должны внимательно следить за тем, чтобы в них были созданы соответствующие условия, как с точки зрения удобства, так и с точки зрения безопасности, соблюдения санитарных норм, противопожарных норм. В свою очередь губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что 3000 образовательных учреждений края готовы к приему учеников. Школы оснащены пожарными сигнализациями, тревожными кнопками, системами видеонаблюдения. К 1 сентября автопарки пополнились новыми автобусами. На это из краевого и местного бюджетов было выделено 226 миллионов рублей. До конца года в крае приобретут еще 56 автобусов. Что касается учебной литературы, то школьники Кубани обеспечены ею на 100%. На это было выделено 500 миллионов рублей.